Ребят, мне Димон по секрету сказал, что если мы наберем 200 тысяч лайков, он сделает что-то невероятное. Что-то очень долгое и безумное. Кажется, он сошел с ума. Он уже бредит своим растом. Я уже устал фармить. Остановите его, ставьте лайки, быстрее. Дело было в преддверии Нового года. Какой сегодня прекрасный день. Пожарю-ка я немного мяска. О, Клёпа, это ты пришел. У меня и для тебя есть подарок. Одинокий путник Димас дарил игрокам новогоднее настроение и добро. Но в какой-то момент он наткнулся на отель и ничего не предвещало беды. Сейчас я возьму свою болтовку, сяду на крышу и буду стрелять по всем бомжам. О, а вот и мой первый клиент. Но он не знал, что им правят бандиты. В фильме снимались «Безумец Чизи», «Железный дровосек Серега», «Отельные бандиты» и «Клан», о котором вы сами скоро узнаете. Забыл сказать, в моем топовом телеграме стартует розыгрыш на компьютер. На дорогой компьютер, понимаешь, о чем я? У каждого из вас есть шанс его забрать. Все подробности в моем телеграме, ссылочки я оставил в описании. Предыстория. Как только я зашел на сервер, я увидел, как один бомжик убивал другого. Иди сюда, расскажи. Я вот сюда залез, хотел типа домика вообще под... намечал тут планы типа колой сделать. Потом он меня убил. Хочешь, можем вообще в тему? Да не, я не знаю, куда меня заведет сегодня мое выживание. Да, мое выживание началось странным образом. Я сразу познакомился с каким-то бомжиком. С виду он показался дружелюбным пареньком, поэтому я решил помочь ему построить домик. Пошли, мы тебе дом построим, и я... пойду своими делами заниматься. В этом вайпе я хотел быть просто добряком, который помогает различным игрокам. Ведь кто, если не я, привнесет чуточку добра в этой игре под названием Rust. Так, у тебя большой, да, дом надо? Я тебе заготовку построю свою, антирейдовую. Пушка? А здесь у нас шкаф будет стоять. Все, смотри, вот это антирейд дом. На замок. Пушка же, да? Смотри, какая дверь у тебя шикарная. Спасибо. Да, это вообще... Всё. Тебя никто не зарейдит. Это дом на 1000 ракет. Тем же временем, этот незнакомец мне рассказал то, что выживать на этом сервере одному очень сложно. Поэтому попросился добавиться в команду. Хотелось бы, типа, с кем-то... Ой-ой-ой, я чуть не умер. У него помяска. Повязка. Я его боюсь. У нас ничего нет, мы только зашли. Потом мы приступили к фарму дерева. Мы хотели улучшить его домик. И вдруг услышали взрывы неподалеку от нас. Ой, тут... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Там один умер, там один умер. Пойдем сходим. Я не знаю, что там произошло, но судя по всему, они рейдили в онлайне. И мы с хозяином смогли договориться, чтобы убить этих рейдеров. Ой, I kill him! I kill him! I kill him! Бро! Конечно же, эта сачелька мне была не нужна на старте. У меня бы просто ее кто-нибудь отобрал. Зато я смог ее обменять на немного патронов. Вот смотри, я тебе уже соседа хорошего нашел. И спустя пару минут на нас напало стадо аборигенов. Нам пришлось с ними сражаться. Беги. Там еще один. Бежит, бежит к тебе. Слушай. Их было настолько много, что справиться с ними я один не смог. После смерти я вернулся к этому же месту. Я надеялся там что-нибудь найти, но здесь бегал какой-то интересный гражданин, который нам рассказал, что неподалеку стоит отель. Ой, ребят, смотрите, я отель здесь создал. Ну, прям слева от вас. Сейчас тебе покажу. Пойдем за мной. Ну, точнее, здесь американские друзья. Здесь, так сказать, этот... У нас... дружеские отношения с американцами. То есть американцы здесь построились вот справа от нас, которые, и еще вот мы. Ну, сейчас ты увидишь. Когда я его в первый раз увидел, я был просто в восторге. Вы посмотрите, как шикарно он выглядит. И, естественно, я захотел в него заселиться.
Тут даже музычка играет. Вот, короче, сам вот... Ну что, думаешь? Блин, выглядит офигенно вообще. Слушай, так мы зря тебе дом строили, получается, рядом. Вот, а по поводу... Так, ну, вроде бы 10 тысяч камней, я не знаю. Там придет глава, и я за него спрошу. Короче говоря, как выяснилось, чтобы заселиться к ним, нужно было нафармить 10 тысяч камня и немного серы. Я попросил у них инструменты и отправился на фарм. Пойдем камень искать. Я фармил ресурсики и представлял, какой контент меня впереди ждет. Представлял, как я буду помогать жителям, отбиваться от кланов, защищать территорию и все в этом роде. Тут три типа. И они явно... агрессивно настроены. Потеряв друга, я все равно смог нафармить достаточное количество серы на отель. А еще я хотел купить у них оружие. Так. Да на нас напали, но я смог убежать. Держи. Сейчас, короче, пока что отстройте там каменный дом. Угу. Этот парень выполнил условия сделки и вытащил мне револьвер. Но он действовал слишком подозрительно. Помимо общения с нами, он разговаривал с типами в Дискорде. И стоило нам немного выйти за пределы этого забора, нас убивает его друг. Ну что за люди вообще? Вначале я подумал, что это какая-то ошибка, и попросил их вернуть ресурсы. На что они ответили отказом. А когда я подбежал к их отелю, меня и вовсе некоторые их жители начали оскорблять. Хотя я ничего плохого им не сделал. Я не знаю его, почему он должен отдать. Забавно, забавно, слышишь? Житель отеля, ну типа убивает нас, а потом я не знаю его, почему я должен отдать лут, при том, что мы собираемся тут поселиться. Ну ладно, ладно, я запомню вот эту ситуацию. Да. Мы остались без ничего. У нас не было ни оружия, ни дома, ни ресурсов. Поэтому я отправился искать какой-нибудь став. И нашел какую-то территорию, за которую дрались кланы. В которой я смог ёнкнуть немного лута. Времени на размышления, что брать и что нет, у меня не было, потому что вернулись они и начали что-то дорейживать. Но все, что мне было нужно, я уже оттуда забрал. Мы с Лечилкой снова встретились и уже были готовы отправляться строить нашу первую кибитку. Но тут, переплывая через воду, я увидел наш шанс разбогатеть и добыть оружие. Для этого моему напарнику их нужно было немного забайтить на живца. Слушай, есть идея, забайте типов и умри под водой. Первая часть плана была выполнена успешно. Оставалось только дождаться, когда же они пойдут его лутать. Нифига себе, гений. Если я сейчас выживу, то вообще я буду герой. Прыгай, 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 прыгай. Наказан. У тебя что-то с микрофоном, слышишь? Плохо слышно. Сейчас нормас. Ну все, у нас есть оружие. Че, пойдем дом построим? Давай тут дерево пофармим. Отфармив достаточное количество дерева, мы решили откинуть нашу первую кибитку неподалеку от склада, который был застроен. Пока что нам надо просто убежище небольшое. Классный дом получился. Джуйхан, Джуйхан, Бенчлинг, Джуйхан, Джуйхан, Джуйхан. Вот надо на эти выстрелы сходить. Думаешь? Да. Пойдем. Да, он немножко отдохнуть упал. Ну, устал чисто. Был плавен. Вот. Развитие полным ходом идет, как говорится. Слушай, а когда будем идти домой, запустишь меня? Я перезайду. Да, да, мы прям сейчас и идем домой. Чуйхан, прощай, но я вернусь. Я тебе обещаю.
Давай, давай, жду. Оп, и вышел. Пока мой друг перезаходил, я пошел на фарм металла. Нам нужны были кодовые замки. Еще чуть-чуть металла надо. Отлично. Пока я перерабатывал компонентики, я услышал то, что неподалеку от меня кто-то разбивает что-то чиркой. Конечно же, меня это заинтересовало. Че, он думал, я испугался, что ли? Я не испугался, это был тактический маневр. А, нифига себе он. Он стенку выдалбливает, 200 хп, что? Спустя некоторое время, наконец-то вернулся мой друг. А на стене он оставил небольшой сюрприз. Сложный ребус. Но если ты разгадал этот ребус, обязательно поставь лайк. Ну и конечно же, я поставил кодовые замки, чтобы мой друг мог пользоваться этим домиком. О, у нас теперь есть ящики. Надо пойти к тому типу, поговорить с ним. Где Паширо? Да, пойдем к нему сходим. Чтобы вы понимали, кто это был первоначальный парень, которому мы помогли отбить домик. Оказывается, жители отеля с ним тоже нехорошо поступили. Братан, Дебошир, это ты? Дебошир. Что тебе надо? Извиняюсь. Ну я ж не хотел вас убивать, ну что за фигня? Я ж поговорить пришел. Он меня два раза ударил топором. Он после надо зашал. Че вы хотите? Да я как, ну, тот, который дефа у тебя дом. Мы не хотим как бы вас трогать вообще. Я пришел извиниться, что убил. Мы там против отеля воевали. Только что тебя, по-моему, с компонентами убил. Да. Их я тоже добавил в команду. И дабы не делать поспешные выводы по поводу отеля, я решил дать им еще один шанс. Что там, уважаемые, вам так не противно поступать, убивать бомжей, которые просто пытаются развиться? Ты понимаешь, что вот из-за тебя будет страдать теперь весь отель? Ты это понимаешь? Ой-ой-ой, очень жалко. Ну вот, бедные жители будут отгребать. А мы здесь при чем? Мы постояльцы, мы платим, мы при чем тут вообще, а? Ну, при том, что вы убиваете. А тут 17 человек, тебя на клыка посадили. 17 человек? Ты думаешь, я боюсь 17 человек? Вот такие 17 человек, которые попасть не могут. Это настолько мне... Чувак. Давай, попади. Ты сможешь. Давай, в лицо. Оп, смотри, оп. Лежать. Ух, а ты силен. Ну, Джексон, вот видишь, вот, благодаря тебе жители отеля будут получать. Я действительно им давал шанс и пытался с ними нормально поговорить. Но они сделали свой выбор. Они заставили меня это сделать. Превратиться из доброго Димаса в злобного разрушителя кланов. Блин, я чувствую, это офигенный контент будет. Я уже прям чувствую запах их горящих жоп. Слушай, подожди, братан. Ну вот ты жрёшь, я заебал я тебе. Не убивай меня. Слушай, они хуйные. Ты не думаешь, может бахнуть их? Типа они меня зарейдили тут рядом. Какой у тебя ник? Таких не знаю. Меня смущает твоя повязка на спине. Я просто хотел заселиться к ним сначала, а они говорят, иди нахуй, типа мы русским не продаем, чё. Тихо, успокойся. Короче. Так, ну я бомжей сегодня убиваю, вы сами разбирайтесь. Ну будь человеком, закончи, что ты стоишь, смотришь, ну так нельзя же. На самом деле я просто не верю тебе, потому что я думаю, что ты разведчик их с того отеля. Ну потому что ты можешь быть разведчиком. Я знаю, с чего ты это взял. Ну потому что они хотят найти, где я живу. Потому что я буду их сейчас жестко убивать. И тебя челик в антираде не убивал. Лечилка, иди сюда. На, отнеси это домой. У меня появились сомнения по поводу этого гражданина. Я понял, что они попытались рассекретить мой дом, засылая ко мне разведчиков. И сейчас вы увидите, как же глупо он спалился. Я просто боюсь, что это разведчик. Пойдем. Пойдем. Ну и в Дискорде ты сейчас типам сказал, чувак. Ну,
За кого ты меня принимаешь, за дурака, что ли? Что? Да не... Да не... Да не было такого. Чувак, да по твоему голосу слышно, слышишь? Иди отдыхай, разведчик. Разведчик тупо. А, тупо мою историю рассказал, такой... Думал, я поверю ему, нифига себе, слышишь, это гений. Чтоб вы понимали, как я его раскусил, в моменте он просто нажал в Дискорде на кнопку, и я услышал, как он обращается к своим тиммейтам. После чего в моей голове появилась аналогичная идея. Я решил заселить к ним в отель своего агента Серегу. Вот, они должны тебя принять и кинуть зеленку. Вот, надо им показать, что так не надо делать с рандомными бомжами, потому что месть будет сладкой. Там отель или деревня? Отель, деревня, там все вместе. Надо сразу с козырей начинать. Ты просто еще не видел этот отель, но когда увидишь, ты поймешь вообще, что это такое. L26, да? Да. Как только Серега до меня добежал, я добавил его в команду и отстроил неподалеку отсюда небольшой домик. Ведь я должен был куда-то сейвить ресурсы, которые выбивал с них. Ты шкаф делал? Да. В угол? Ну, лучше на улицу. Ящик? Да. Сюда. В уголок, чтоб никто не уволок. Ну а пока Серега искал бинокль, я искал слабые места на их территории, где бы я смог бы пристроиться. Нифига. Вот это реально поворот. Не поворот, а поворотище. Да, и я начал заниматься своим самым любимым делом — шкодить клановым игрокам. О, у кого куча дерева? Я отсюда все равно не смогу уйти! Нет! Но я сделаю так, чтобы им было больно. Сидел я, значит, у них под крышей и уже собирался отсюда выпрыгивать. Как вдруг, меня рассекретил хозяин этого дома. А он знал, что я тут, слышишь? А как так вышло? И спустя пару секунд, я все-таки смог подловить одного из них. О, плюс Томик. Одобряю таких геймеров. Мы будем делать то, что мы умеем делать лучше всего. Сдыхать, что ли? Доминировать. И действовать на нервы. Короче, ладно, сейчас будем делать грязь. Только вначале надо сделать лестницу. I wanna live here too, my friend. Yeah, man. Can you help me? Нифига себе, я про геймер in the world. Ты кто вообще такой? Познакомьтесь, это Клёпа. И он будет еще один главный герой этой истории. После того, как я его хорошенечко наказал, он начал прибегать ко мне снова и снова. Ха! Проследить за мной хотел, да? Ты за мной проследить хотел, да? Я в отеле живу, говорю. Еще плюс Берда. Слышь, а как он так быстро спавнится и пушку достает, я не понимаю. Тэши, наверное. Он не просто понятно. Дважды моментально заспавнился возле меня с пушкой. Ай, браза. Он в доме, да? Нет, возле меня. Он бомж. Он русский. У него борода рыжая. Это ты. Да я с щитами играю, я вижу, где ты бегаешь. Чё ты думаешь? Как круто. А зачем ты в отеле живешь? Там неадекватные люди бегают. Я не живу в отеле. А где ты живешь? Ты чё не понял, я вот здесь живу. А, ну я понял. А то читы забарахлили просто. Да я шучу, я не играю с щитами. А что вы по этому отелю? Да там не играю, там этот иностранец, который типа
владелец, он русских ненавидит. Я, короче, хочу накопать серый и зарейдить его. Ну, блин, у нас такие планы схожие на самом деле. Мы хотим у них шкафы повзорвать. Он, кстати, вы что, близнецы, что ли? Ну-ка, посмотрите на меня. Подожди, вы реально близнецы, стой. Биба и Боба, это да, вы? Да. Вы два фармилы, да. Слышь? Он любит фармить дерево, а ты что, любишь пофармить серку? Серку и железо люблю фармить. О, слушай, ну я таких одобряю, мы можем это. Короче говоря, мы быстро с Клёпиком нашли общий язык. Когда я понял, что он не житель этого отеля, он перестал быть для меня целью. Чуть позже я увидел то, что его постоянно кто-то обижает. И ему явно была нужна моя помощь. Поэтому я взял Томпсон и побежал к нему. Там двое. Офигеть. Убил еще одного калашиста. Ухожу. Офигеть, я пачку домой несу оружие. Два калаша сюда. Ну и конечно же, я поделился немного с Клёпиком. Ведь ему тоже нужно было оружие и патроны. Ну вот, я могу только чуть-чуть скинуть. Возьми. Это все, что у меня есть. Так, надо сейчас дом улучшить и металл двери поставить. Я где-то видел недалеко печки можно поплавить халявные. Оставлять такое количество оружия в деревянном домике было небезопасно, поэтому пришлось поставить печки и немного улучшить кибитку. Ну а после я побежал фармить фермеров, которые добывали скраб. Я перерабатывал все, что выбивал. Нам нужна была лестница. Слышь? Че? Так тут богачи живут жесткие. Мысль? Там третий верстак есть у них. Короче, если тут прорейдить одну сторону, то можно третий верстак халявно забрать. И все стекла поснимать им. Как бы понять, где у них шкаф стоит. Но мне кажется, что шкаф может стоять вот здесь. Короче говоря, нас ждала просто колоссальная работа. Но для начала я решил снова залезть к ним на территорию. Ведь там кто-то что-то строил. Суши! Я убил суши! Ко мне Клёпа подошел, говорит, это чё, твоя хата? Это твой дом? Алло, это я, Клёпа. Там типы, да, есть? Ау! Ау! Он с крыши стреляет. А-а-а. На! Минус. Ой-ой-ой. Я берданку забрал. Да? Да уж, и выбраться с их территории на самом деле и не составило труда. Теперь мы умели крафтить лестницы, что давало нам огромное преимущество. Ну, судя по всему, да. У него план вообще закрался жесткий. Типа к ним на крышу залезть? Да, да. Хороший план. Но тут знаешь, сколько лестниц надо? Сколько у них этажей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну вот считай, где-то 9 лестниц надо. Клёпик нам предложил отличную идею. Залезть к ним на крышу. Мы скинулись ресурсиками и смогли скрафтить около 10 лестниц. А у тебя много лестниц? Ну, сейчас готовы лестницы, нет? Нет. Они... Две штуки пока готовы. Понял, у меня еще одна есть. Let's go. Тут есть турель. Он на крышу поднимается. Забравшись к ним на крышу, я получил ценную информацию. Я смог разглядеть этот отель более детально и понял, что он состоит из 4 шкафов. Тем же временем, когда я спустился, я увидел то, что меня пытается запушить калашист. Их убили. Я убил. Майки, его убил на крыше.
Я и тебя убью, короче, чтоб типа это... Oh no, man! После этого они начали активно бегать и вынюхивать, где же я живу. И в какой-то момент они даже меня спалили. И мы всеми доступными методами пытались притвориться, что этот дом не мой, а Сереги. То есть здесь жил какой-то непонятный бомжик. Да? Да. Я могу тебе спальник дать, ты встанешь здесь, короче. И подойди к двери, типа, скажи, why you kill me, why you kill me. Man, why you kill me? Man, why you kill? Слушай, у меня есть плохое предчувствие. Why you kill me? Он сидит этот под домом. Сидит, no, да? No, kill me, guys, please. Да уж, и Серега его байтил всеми доступными методами. Он продолжал сидеть у меня под дверью. Why you sit here? It's my base, man. No, kill me. No, oh my god, can't you understand? Shut the fuck up, you noob, man. Fucking hell. Go kill yourself, honestly, you fucking noob. Беги сюда, слышь, опять подойди и поговори с ним. Это самое тупое, что я вообще в жизни видел. Он сидит, ждет, пока я выйду, слышь, а ты бегаешь и палишь такой. Man, why you kill me? I solo player, man. No kill. I know. Just shut up. I'm trying to fucking kill people that are attacking village. You are annoying and talking in chat. I know, man. No. Он очень недоволен. И вы не думайте, что Серега просто так этим занимался. Он пытался спалить, где он сидит, чтобы я мог выскочить, убить его и построить новый домик. Потому что я понимал, что они, скорее всего, нас зарейдят. Беги, бери вещи себе, убегать. Я забрал. Возьму. Конечно же, мне было проще построить новый домик, о котором они бы не знали. Да и отстроить я его решил неподалеку в лесу. Как говорили великие умы, иногда лучше построить новый дом, о котором никто не знает, чтобы не переехать на пляж. После всех моих действий жители отеля были явно не в восторге. Они начали собираться толпой, чтобы мне противостоять. Минус один. Минус второй. Нифига себе, я убиваю их, слышишь? Это боты, что ли? Моей главной задачей было их проучить, чтобы они понимали, что в следующий раз так делать им не стоит. О, Эйс, привет! Это благодаря тебе они получают по морде. Своим дружком, который мне лут не отдал. Ах, как жалко, как жалко. Иди сюда. Немного разворошив осиное гнездо, после того, как они сели на крышу, я побежал фармить камень, чтобы обустроить нашу кибитку. А когда я вернулся домой, я увидел то, что одной двери у нас уже нет. У нас дверей нет или что? Да. Они здесь, рейдят дом рядом. Рейдят наш? Нет, другой. Пока они занимались своими делами и рейдили всех в округе, я понемногу укреплял защиту нашего домика. Я пытался спроектировать этот домик так, чтобы они потратили максимальное количество ракет в случае его рейда. И не успел я достроить свою крепость, как вдруг в стороне моего соседа Клёпика прозвучали взрывы ракет. Нашего рейда, соседа. Ку-ку. Ёк-макарёк. Да-да-да. Офигеть, слышишь? У нас не было выбора. Мы были обязаны попытаться его спасти. И он АФК ушел. Они тут. Они его зарейдили, походу. Убил одного. Он с ракеты. У этого ракеты. Я убил его. Я не убил. Подожди, он газ укинул. Ты жив? А, я сдох. Я не знаю, что. Я ракеты забрал, слышишь? У меня 6 ракет. 7. Я 2 их убил. Я всех убил. Убил.
Убил еще. Еще убил. Беги, 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 Серега, быстрее. Бегу. Ты умер? Вот, да, он за камнем. Вот убил. Еще убил. Меня убили. Там куча типов, слышишь? Куча просто. Убил. Убил, убил калашиста. Ты жив? Жив. Я убил их, я убил всех, кто тебя рейдил. У меня калаши. Лутаю, лутаю этого, просто все забирай и сваливаем. Блин, они застроили его. Ну ничего, мы поможем ему. Ладно, мне уже домой проще добежать, чем скидывать лут. Короче говоря, хоть у них и получилось зарейдить клёпика, ресурсы вытащить они оттуда абсолютно не смогли, потому что пришли мы. Ну а еще они спалили наш домик. А расстроенного клёпика мы заселили в наш старый домик. Так сказать, у него уже было временное убежище, куда мы засейвили весь его лут. Авторизуйся, потом кодовые замки поставишь. Забирай этот дом пока себе. Я тебе тут оружие немного скину, пускай у тебя будет. Мы все отбили. Ничего они не забрали, не бойся. После этого я дал задание Сереге и Илюхе, а сам отправился в магазин за кофе. Я отошел буквально на часик. И в это же время они начали меня рейдить. Я не успею зайти, да? Ты успеешь зайти, но они, где лестница на подъем, их три типа сидит там. Они прям пробили, типа, первый этаж вообще не выйти? Да, первый этаж не выйти. Сейчас скину туда. Их убивают. Где? Нет, не убивают. В маленьком ящике. Один в МВКСе стоит, подходит. Два вроде. Это и все, что хилок есть? Стой. Где базука? У меня. На. Сачелька уже здесь. Бам. Поставил дверь. Я умер. Уйди, 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 уйди. Надо чинить дверь. Быстрее. Закрой, закрой гаражку, закрой гаражку, закрой гаражку, закрой гаражку. Закрыл. Поднимай меня. Есть хилки? Нету. Срочно. Нету хилок. Бери бинты, хиль меня. На, крафти бинты, хиль меня. Ящик выпал. Хиль меня, хиль. Офигенно, в магазин съездил. Это была последняя гаражка до лута. Нам нужно было рисковать. Готов? Открывай. Да, открывай. Отойди, отойди! Отойди! Я взорву дверь, если я сейчас это сделаю. Стой, надо улучшить ее, надо улучшить ее, надо улучшить. Гаражку, гаражку, чини, 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 чини. Чиню гараж.
Отойди. Еще взорвал. Убил еще. Я закрыл, 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 все нафиг. Лутай их, лутай этих бомжей. Лутай. Ящики, ящики, Серега, ящики, Серега. Есть дерево, они уходят, по-моему, да? Есть лестница. Поднимаюсь наверх. Они прям через верх, да, рейдили? Да, 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 через верх. Где они? Убил калашиста. Серега, он тут! Поднялся! Мы были полностью загнаны в угол. Бежать нам было уже некуда. Я пытался с ними сражаться до последнего, но ресурсов у них было слишком много, и они смогли пробахать этот домик. Итак, немного вернемся назад. Помните, я говорил о том, что перед тем, как уйти, я дал задание Сереге и Илюхе? Так вот, задание было построить новый домик и перенести туда часть ресурсов. Я уже тогда понимал, что нас придут рейдить. В этом моменте мы их самую малость обыграли. Короче, ребят, пока я сейчас буду, ну, в магазин сгоняю, да? Вам надо будет дом новый построить, потому что, ну, соседи на 100% придут рейдить. Ну, сейчас пофармим тогда. У нас там есть ресурсы на это. А? Да? Да, они уже под домом у нас сидят. Ну, сейчас построим. Так у нас появился домик, о котором абсолютно никто не знал. Где ребята умудрились засейвить часть ресурсов. Мягко говоря, стартовать с нуля нам просто было незачем. О, бинокль есть тут, вау! Вау! Мы бегали по дороге, искали машину и по пути встретили его, чудо-фермера. Всасываем нафиг! Клёпа, кстати говоря, за ночь отстроил себе новый домик, а с того, который мы ему подарили, он съехал, поэтому мы вернули его себе. Ух, зашел, как будто и, я не знаю, ничего не изменилось, 60 FPS нафиг. Офигенно просто. О, слышишь? Сейчас будет рассвет, надо будет посмотреть, где у них шкаф стоит. Некоторые бомжики даже хотели заселиться в этот отель. И когда я это понял, в моей голове появился гениальный план, как заставить их фармить ресурсы. Are you friendly? Are you friendly, my friend? You wanna live in my hotel? Yeah, just stop now. You wanna live here? Yeah, yeah. Ah, okay, listen, bro. We need 10k wood and we built a room for you, you know? How many wood? 10? 10k, yeah. Just 10k? Yeah, just 10k. Yeah, just 10k. Yep. Слушай, ты бизнес нафиг. Can you give me axe, bro? Talk now. Wait, my friend coming. Серега принес ему топорик, и он отправился фармить 10 тысяч дерева. А пока он фармил, мы с Серегой занимались самым полезным делом. Мы пытались с помощью бага просветить их потолки и узнать, где у них находится шкаф. О, нормально. Вообще отлично. Ухо одно видно только. Шкаф! Шкаф! Шкаф, Серега, тут шкаф! Шкаф нафиг! Короче, смотри. Шкафы у них находятся возле этой штуки. Все возле этой штуки стоят. Изи. Изи. Да. А этот здесь, смотри. Узнав расположение всего лишь одного шкафчика, додумать остальные не составило и труда. Наверху. Это фундамент. Вот это. А тем временем иностранец уже добивал последнее деревце, и 10 тысяч дерева у него было в кармане. Окей, I'm done. Окей. Someone tried to kill me before that. No, it's okay. Too much people live here. Okay, you can drop here. My friend is coming. Серега! Бро, бро. I'm scum you! I'm scum you! I'm not
Live in this hotel. Oh, bro. Okay, I don't care. Okay, bro. I'm not a bad boy. I just wanna teach you, you know? Don't listen, trust listen. Anyone. Listen. It's just a game. Care. На самом деле, 10 тысяч дерева, когда у меня есть Серега, это ничто. Да и обманывать такого доверчивого бомжика мне не хотелось. Для начала я хотел построить ему домик за эти ресурсы, которые он нафармил. Но он отказался. Жить здесь он не планировал. No, take all the loot. I just kill myself, I go to the snow. Oh, okay, bro. But you're so nice, bro. И тогда я просто подарил ему оружие, и он отправился в путь. Thank you, mate. No problem, see ya. Have a nice fight. Thank you. Goodbye. Я не знаю, как бы поступили вы на моем месте, но обманывать такого доверчивого новичка я не собирался. Я лучше привнесу в этот мир чуточку добра. Но мне все не давал покоя этот треугольник. Я думал, что в нем находится шкаф, ведь отель у них был полностью составной. Где именно? Блин. Мы ж здесь, ты ж здесь просветил шкаф. Мы решили его просветить точно таким же методом. Для тех, кто не понял, как это работает. Вы садитесь на Ctrl, тиммейт прыгает на вас, и если ноги у вас заходят под крышу, вы можете смело дисконнектаться. И когда вы зайдете на сервер, вы в спящем режиме увидите, что под потолком. Угу. Блин! Четыре сишки уйдет. На два шкафа. А их там четыре? А их 4. То есть 4, 8, 12. Короче, дофига сишек уйдет. Шкафы еще залочены, да. Да уж, чтобы проучить этих бандитов, нам нужно было пройти огромный путь. С каждой минутой для нас открывались новые испытания. Плюс ко всему этому, жители отеля постоянно наводили суету. Что, самый умный, что ли, думал? Передвигаться пешком на этом сервере было слишком опасно, поэтому мы с Серегой отправились искать машинку. Все, let's go. Уф! Все, домой. Можно вообще по ЖД поехать. Офигеть. Это такая имба. 75 металла стоит. Обычный замок, да? Кодовый. О, вводи пароль от нее. И именно в этом вайпе я прочувствовал всю имбовость машинки с кодовым замком. Вы не представляете, сколько всего мы с ней сделаем в этом вайпе. Как мы назовем этот суперкар? Можно просто черепашка. Кстати, слышишь? У меня уже была машинка черепашка. Мне так было грустно, когда ее взорвали. Казматчик был. Один минус. Еще есть. Еще одного убил. Смотри, хоп, мы на тачке уже бам и здесь. Фигово то, что она ездит по траве, конечно, убого. Где мы? Все, мы приехали. Давай. Толкну. Оп, смотри, она как игрушка чисто. Оп, и все, нормально, сейчас здесь. А перерабатывать компоненты с помощью нее просто одно сплошное удовольствие. Паркуешь ее на складе и в сейве перерабатываешься. Слушай, кстати, а это идея. Самой главной задачей сейчас у нас было изучение C4, ведь именно с помощью них мы могли быстро пробахать у них шкафчики. Домик, который находился возле отеля, мы решили немного укрепить, чтобы если они его начали рейдить, потратили они много ресурсов. А поверьте мне, наш план бы их 100% заставил это сделать. Короче говоря, мы действовали максимально продуктивно. Вот эта гаражка будет на экстренный выезд, а вон та гаражка на въезд. Hello! С краб, который у нас появлялся, мы сразу же тратили на изучение третьего верстака. Нам нужна была сишка. Поэтому очень много времени нам приходилось проводить в метро. Ах, любимый гринд. Вкусно. Пожалуйста, помогите.
Меня как-то опять дипнули, мне залагало, когда я открыл дверь. Сзади. Вижу. Ты жив? Да. Я не вижу его. Чувак, если возьмешь пушку, по нам не стреляй, иначе ГГ. Убил. Хорош. Я сейчас лутаю. Лутай и петляй, слышишь? Серега. Всем руки. Давайте я вам пушку. Ну не-не-не, стройся возле нас тогда, если хочешь. Возьми обратно. Тут мы против отеля воюем, там не совсем хорошие ребята живут. Наконец-то С4 была изучена. Но перед тем, как проворачивать грязные делишки, мы с Серегой хотели отстроить башню. Потому что против врагов надо бороться их же оружием. Все, я начал строительство вверх. Угу. Мне лестницы нужны, походу. Как думаешь, они оценят? Домик этот по-любому оценят, куда они денутся. О, я уже все вижу, как на ладони у них. Главное, чтобы мы крышу видели их отеля. Уже видно. Что, еще повыше сделать на один этажок, да? Бегает, бегает с бензопилой, там сладенький. Вкусняшка бегает с бензопилой, прикинь. На территории? О, отсюда турельку видно у них. Все, они сюда стреляют. Кажется, они что-то подозревают. Что-то они заподозрили, да? Ну, как говорится, тот, кто сидел на вышке, от вышки и погибнет. Не успел я закончить строительство своей небольшой вышки, по мне начали стрелять они. Они явно были не в восторге от того, что происходило. Походу не судьба тут поставить. Они уже все, уже знают, что мы тут делаем. Ты думаешь, они догадались? Да, но тут одна проблемка. Отсюда сверху вниз стрелять неудобно вообще. Сюда. Знаешь, сколько их на крыше? Сколько? Их человека 4. Блин, на самом деле, мне кажется, мы зря сюда сишки сейчас перенесли. Ну, может быть. Если что, просто куда-то их кинем. Одному лицо разбил. Как думаешь, им нравится? Думаю, да. Кайф! Вот это я понимаю, кайфули просто. Ага, я тебе записку хочу дать. Понял, я если что, включу войс. Добрый сосед, пока тебя не было, черти ставили костры, чтобы, включая их, у тебя были лаги. И в этот момент они бы пришли рейдить. Я сломал им костры на нашей стороне, слышишь? Залутал с них инвентарь дерева, часть отдал вам, остальное потратил на копья. Офигеть, он этот жесткий, блин. Добрый сосед, да? Я очень добрый сосед. Понимая, что дело пахнет жареным, мы с Серегой садимся в нашу черепашку, чтобы отвезти сишки в нашу основную базу. Ну и плюс, нам нужно было привезти еще пару болтиков. Наказан один. Один наказан. Работаем, братья! Он пытается скрыться, стреляем по нему! О, нифига, ты чё ему повесил нафиг? Я оставил Серегу на башне, а сам хотел побежать и немножко их подпушить. И не прошло и 2 минут, как вдруг они начали стрелять по нам с ракет. Ой, это боевая ракета, Серега! В нас летит? В нас боевая ракета летит. В дерево попало. У меня хилок нет. Это боевая ракета, они гуся нашего сносят. Я не готов к этому, у нас хилок нету. У меня хилок нету, я не могу отстреливаться. Они попадают, слышишь? Стреляй в него. О, еще одна ракета боевая пошла. Он попадает. Beautiful, I love it. Absolutely. Нет. Я починил с их стороны дом. Дверь поставил. Что происходит нафиг? Я такого не ожидал.
Полутай, типа, на 140. Полутай и относи домой это оружие. Мы продолжали отстреливаться от них, и в какой-то момент Илюха предложил реально годную идею. Сейчас было бы, наверное, круто МЛРС. А ты хочешь запустить к ним на крышу МЛРС-ку? Никогда не запускалось, это было криво. Это по нам! Бей тебя быстрее! Они вообще вышку нашу не коснули! Блин, ничего себе, они жесткие! Посмотри, крыша, у нас дырявая, наверное. На доме? Сейчас посмотрю. Убил! Ну, вышка у нас целая. Дверей нету. Дверей нету? Нет, нет, вот на крафти этом. Двери, крафти двери. Нас рейдят, нас рейдят. А где рейдят? Вот где гаражка вниз спускаться. По двери идут. Нас рейдят ракетами обычными. Ты жив? Убил. Да уж, но этот рейд довольно быстро закончился. А, он, наверное, дверь нашу рейдил, прикинь? Он дверь рейдил, да, я же тебе сказал, не знаю, какой это этаж. Вот она, да. Второй. Надо сюда дверь еще одну поставить, что за фигня? Че, они не могут зарейдить теперь, да? Ну, теперь я в онлайне, слышишь? Теперь страшно. О, смотри. Бам! Давай! Он минус! Хорош, ты все ветряки им разбил! Погнал! Хорош! Минус все ветряки у них! Огонь с вышки, огонь! Поддержка с вышки, с воздуха, нафиг! Поддержка с воздуха, я иду их пушить! Поддержка с воздуха активируется! Я контролю. Турели все выключились нафиг. Там гантрапы. Болты забирай, уходи. Они подмогу просят. В турель один выстрел. Все, нету ее. Я могу уйти отсюда. Уходи. И потом вернуться, я, наверное, умью. О! О! Я вышел к контролю. Блин, тут такой муравейник у них. Ухожу, я забрал все у них. Я забрал серы у них много. Ракетницу. Доброе утро, девочки. Как вы себя чувствуете? Ты занес? Ой, привет, нормально. Просто прекрасно. Я к ним спрыгиваю вниз. Я где кровати? О, тут тейквы миллиард. Ага. А там тик, за стенкой. Кто спрыгнул с крыши у нас? У нас тип сдох на крыше, Серега. С базукой. Прям на крыше? Да, прям на крыше у нас. Дальше, да. Так, если что, появляйся здесь. Так, ты же сильный был в чате. Выйди, покажи. А ну извинился быстро за это, а ну извинился. Серега, я тебе покажу кое-что. Иди сюда. С едой проблем у нас никогда не будет. Я в гараж, боже. Заходите, пацаны, всех накормим. Я голодный как раз, мужик. Хватайте, кушайте. Пуски. Предлагаю реально их сейчас бахнуть. Они на дизморале, они все АФК стоят. Они ничего не могут сделать. И только мы садимся в машину и собираемся приехать с сишками, как вдруг они начинают рейдить нашу вышку. А, брат. Он тут снизу. Я знаю, он с ракетой. Я умер. Он с ракетой тут. Сейчас бахнет с базуки. Меня сейчас убьют. Меня убили, да? Но этот домик был предназначен для того, чтобы его рейдили. Чтобы с ними сражаться, для начала я застроил шкаф. А потом началась поистине лютая жесть. Он жив? Я живой. Он меня убил!
Выйди, запуши его, запуши, он хилится! Один минус. Можешь пойти попробовать его лутать. На первом этаже, где гаражка. Калаш, да, много ресов. Можешь засавить? Вообще можно. Второго убил. Они мертвые. Но внутри мертвые. Да, капец, счет нашей вышки осталось. Контрольте, контрольте. А, я смотрю, я смотрю. Минус полюшен. Дал хит, хасику, убей его. Меня убит, меня убили. Я сейчас упаду, если меня чего попадет. Убил раз. Убил два. Ты умер, да? Килл у тебя. Один минус. В дверях минус. Тут три типа было, слышишь? Я одного убил нафиг. Я одного убил, там еще двое. Не, это Unreal, это не задефать, все. Ай, блин, офигенный файт. Че, рядом еще один построим домик? Ну, да, жалко, что на этом же месте нельзя. Слушай, ну нормально, мы еще две ракеты с них поимели. Боевые. Это окуп. Завтра они вернутся к ним. Не, ну дома лучше тебе не спать. Да я там усну опять. В том доме. Зарежено. Да, на следующий день у нас были грандиозные планы. Мы собирались забахать у них шкафы и забрать у них отель. Но Серега боялся то, что в их команде будет читер, поэтому спать в доме мне было запрещено. Офигеть, слушай, а что от этого дома осталось? Что за дыра тут? Ну, видимо, им очень не понравилось. Ну, я почему-то думаю, что они застроили шкаф наглухо. О, они ветряки, что ли, обратно ставят? Да. Ну, мы еще к вам вернемся, ребят. И это очень будет скоро. Надо духом так собраться, не духом даже, а этим. Ресечка фарману чуть-чуть. Как я говорил ранее, на этот день у нас были большие планы. Для начала мы схватили сишки и решили немножечко пробахать у них шкафчики. Сразу неподалеку от них отстроили небольшую кибитку, где могли подсейвить ресурсы. И как только все уже было готово, мы побежали рейдить их шкафы. Вот сюда надо, смотри. Я понял, я увидел. Стой, да. Пока не бахнем. Сейчас на счет три начнем. Две сишки. Да. Поехали, раз, два, три. Я повесил на шкафе. Изи. Дальше куда идем? Готово. Ты стреляешь? Да. Шкаф готов. Так, надо глянуть. Но, к сожалению, рейд этих двух шкафов нам ничего абсолютно не дал. Эффект был не таким, каким мы его себе представляли. Поэтому пришлось рейдить еще одну сторону. Открывай двери. Меня убили, меня убили, меня убили. Он в этой фигне стоит. Взорвал его. Кто застроится? Все, с калашом. Он не лутал нас. Убил его второй раз.
возле территории. Надо топ-сет с него стянуть, я тебя калаш дам. И даже уничтожение еще двух шкафов нам ничего не дало. И тогда я подумал, что у них шкаф находится еще и в центре. Хотя я слабо представлял, как можно было его туда запихать. Да уж, ресурсов, чтобы прорейдить полностью отель, у нас не было. Тем более там находилась деревня в онлайне. И тогда мы решили с Серегой прибегнуть к секретной мете. Мы решили нанять самый опасный клан, который жил на айсберге. Как мне к вам попасть? Фига себе. О, все, ты умер. Давай, Серега. И вы не поверите, этот клан тоже точил на них зуб. А как говорится, враг моего врага – мой друг. Офигеть, у вас база модная. Че, как поплавал? Серега, рассказывай. Так, заходите, заходите на территорию. Так, только тут гантрапы. Только тут гантрапы, так что вы вот сюда, в всю зону бегите. Тут нету гантрапов. Опа, кажется, кто-то умер. Мы были серьезно настроены, чтобы делать серьезную грязь. Вы просто посмотрите на этого паренька. По его грозному взгляду было понятно, что он собирается уничтожить отель в соло. Я смотрю, вы серьезно настроены. Особенно вот челик в очках сидит. Я верю в его крутость. И вот, как все уже было готово, мы собрались с ребятами в дальний путь. Мы знали, что бандитов с отеля сейчас очень много в онлайне. Но мы не боялись трудностей, которые нас ждали впереди. Что, Серега, готов? Готов. Сейчас будет жестко. Тут должна быть музыка. Здесь могла быть ваша реклама, слышишь? Но ее здесь нет. А вообще, когда-то можно будет стать воздушными пиратами. Смотри, как мы корову легко догоняем. И как только мы прибыли на пункт назначения, мы начали отстраивать нашу рейд-кибитку. Естественно, бандиты с этого отеля все это прекрасно видели. И они уже были готовы. Серега, сразу авторизуйся в турели. После того, как мы отстроили кибитку, самой главной задачей стало пробить линию обороны. Убил типа. Он с крыши стреляет, там справа дом. Не все дропайтесь, не все дропайтесь. Парни, вам нужно открыть крышу. Я наверху. Накидывайтесь. Там открыта половина. Может просто запрыгнуть, слышишь, и добавить у них? Ух, нифига. Компачистка, дайте унесите. Я впитываю. Да. У меня чел сверху вышел. Второй этаж вышел. Сверху. Убил сверху. Там локер магазина, слышишь? Может тут и шкаф будет. Серега, тащи сишки. Мы бахали у них абсолютно все направо и налево. И все ресурсы, которые могли относить, просто относили. Да, тут был шкаф. Вот, походу, мейн шкаф у них, да? Ого! Нет, не факт вообще.
Наконец-то мы, прорейдив все шкафы в округе, смогли поставить свой. И это нам давало доступ ко всему отелю. Сзади чел залетел, сзади чел! Убил. Они пытались отбиваться со всех сторон, и вы не представляете, сколько много их тут было. После того, как у нас появился доступ к шкафу этого отеля, мы смогли облутать все комнаты, которые были закрыты окнами. О, кайф. Я что-то перезахотел скидываться. Ох, нифига себе тут. Датчик, не утай. Где ты? В окне, вот, смотри. Вот. Это именно комната, видимо, да, у чего? Чувак, посмотри, сколько здесь чаев. Это у типа один номер всего. Ёпта. Посмотри. Ничего, вот сюда. Не... Сюда глянь. Да, топчи. Нормально. Электрик офнул. Ой, хорошо. После того, как мы с отелем покончили, мы отправились рейдить их деревню. Именно там мы думали, что хранились все основные ресурсы. Но прорейдив большинство их домов, мы увидели то, что ящики абсолютно пустые. Было ощущение, что они просто все задеспавнили. Он мог подеспавнить? Да. Уже в этот момент мы подумали, что рейдить их дальше никакого смысла нет, и что это конец истории. Ну как же мы сильно ошибались. Зайдя на следующий день, я был очень сильно удивлен. Их отель продолжал стоять. По информации от Сереги, в то время, когда мы вышли, они забахали все шкафы обратно и восстановили его. И тогда я понял. Все ресурсы находятся у них в отеле. Нам нужно было вскрывать каждую комнату, чтобы найти эти ракеты. И тогда в моей голове появился план. Не просто зарейдить снова отель, а именно снести его под ноль. Но для этого нам пришлось пару дней плотно подфармить ракет. Спустя 2 дня фарма у нас появилось больше 300 ракет. И на этот раз мы были намерены поставить точку этим бандитам. На этот раз кибитку мы поставили к ним в упор. А вообще, присаживайтесь поудобнее. Впереди вас будет ждать лютейший замес. Я уверен, что вы никогда не видели, как такую башню сносят под ноль. Ха. А, он снизу бахнул. Идет еще один. Ноль закидываем по фундаменту. Full splash, давайте там.
убил. Базуки нет. Есть базуки. Вышел. Убил, 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 убил. У них турели, турели минус, турели минус. Дальше бахаем. Слева враг, я валяюсь. Убил его. Хорош. Я иду. Слутайте его сначала, слутайте его сначала, я его не слушаю. Один сверху спрыгнул вниз. Его... Лутай себя, лутай себя. Убил его. Лутай его, я его убил. Взорвал, взорвал внутрь. Убил его вроде, убил вроде. Слева, слева идет бомжара. Он забежал. Справа. Меня убил. Убил, убил его. Убил. Убили, убили. Бахаем туда. Бахайте внутрь. Слева бомж. Убил, убил. Тут чувак в гаражках, тут чувак в гаражках сидит, осторожно. Спасите в ноль, в ноль, в ноль, в ноль. В ноль. Ракетница есть? Лаунь. Больше ракет. Скинул. Скинул ракету, скинул ракету. Под левым мостом мой труп, там будет ракетница. Те два фундамента выносим, у них посыпется. О, сверху упал тип. Да, я видел, видел. Крышу убили давай. Сверху. Крышу. Убили, 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 убили. Бахайте, бахайте. У меня больше нет ракет. Нет ракет. Левую сторону бахайте. Вы, наверное, и представить себе не можете, как же много лута валялось просто снизу, потому что все ящики осыпались. Вот, меня полутайте, смотрите, тут куча леса. Моя сумочка, ребят, вот, полутайте ее. Во мне тоже миллиард, во мне вообще... Я не могу найти твой труп. Иди сюда, вот, Ивбор. Я такой голый, я голый. Вот. Я голый. Ракета. Боевая ракета. Но когда по нам начали стрелять боевыми ракетами, мы поняли, что это еще не конец. И нам нужно пробуривать эту территорию дальше. Надо дальше добахивать, ребят. И вы не думаете, что рейдить было легко. На нас нападали абсолютно со всех сторон. Бам! Все, минус. Идем дальше. Работаем. Смотри, сколько сумочек снизу. Меня убили. Меня убили. Сверху ракеты нас убили. Боже, я думал, это моя уже. Откуда столько? Откуда у них ракеты берутся? У них полдома нет. Где он их носит вообще? Третий этаж, враг. Слева. Антирас, базука. О! Еще какашка полетела. Контент! Давай справа. О, понеслась. Давайте еще. О! Еще понеслась. О! Понеслась, смотри, вниз попадали. Что за ужас здесь происходит? О, Берда. Ивбор, у тебя кровотек. Да, я знаю. Тут верстака нет, да? Сверху.
Ой, тут серая. Иди сюда, слышишь, смотри. Я здесь, я здесь. Смотри, смотри, ящики эти. Короче говоря, после того, как мы вбухали в них 300 ракет, от их отеля не осталось абсолютно ничего. А все ящики, которые у них были, просто высыпались на землю. Мы даже смогли найти ракеты. О, ракеты, 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 ракеты! Полторы строчки! Полторы строки ракет! Вот, 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 вот! Добахиваем, добахиваем их под ноль тогда. И вы помните, да? Как выглядел этот отель до того, как мы пришли. А после нашего прихода, он начал выглядеть вот так. Это огромное количество сумочек, которые осталось. О, ЛРочки нашел. О, еще ящик пушек. Все, пойдем сфоткаешь. После чего на память мы решили сделать небольшую фоточку. Не зря же у них на втором этаже стоял трон. С такой прекрасной надписью. Поклоняйтесь мне теперь, я ваш император. Хорош, чуваки, мы зарейдили. Слышишь? Чизи, братюнь. Я люблю тебя, Чизик. Чизи. Что за жесть? Сделав вот такую прекрасную фоточку, мы закончили наш ремонт. А бандитов с этого отеля на этом сервере больше никто не видел. Ну и конечно же, по традиции мы отправились в закат. Чё, как тебе ремонт? Наконец-то вы всё-таки сделали им полный ремонт этого отеля. Как надо, не, да? Ну, да. Не, ну сейчас как бы повесили, поинтересно. Хоть снесли, блин. Не, ну сейчас... Мне нравится больше, как выглядит их отель. Да, как современный ремонтик. Офигенно вообще. Не, ну, заслуженно же, правильно? Прикинь, столько раз просто они нас рейдили. А теперь от их отеля осталась только чистая избушка на курьих ножках. От ихнего отеля остались только воспоминания, да. Память. О, слышишь? Ну-ка садись. Биновин развали. Нормально, слышишь? Ты скажи мне, ты зачем... Зачем у них отель взорвал? Скажи мне. Под ноль. Это все бензопила. И помните, если вы себя будете плохо вести в новом году и не поставите лайк на этом видосе, то к вам придет он. И знаете, спустя неделю плотного фарма, спустя 500 ракет, которые мы потратили, Серега поделился своими истинными эмоциями. Димон, ты перед тем, как снова звать меня в раз, ты говори заранее, какие сумасшедшие идеи тебя снова посетили. Я даже не знаю, как тебе это все описать. Это такая жесть, такая боль. Я теперь неделю в раз точно не зайду. Вообще удалю его. Но он обещал не удалять эту прекрасную игру, если вы поставите здесь лайк. Огромное спасибо хотел бы сказать всем участникам данного ролика. Особенно клану китайцев, которые помогли нам уничтожить отель бандитов под ноль. Ну а вообще, я надеюсь, вам понравилась данная история. Ведь в нее мы потратили огромное количество сил. И самое главное, не забывайте про конкурс на компьютер, который проходит в моем телеграме. Всем пока!